Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео мы поговорим о браках 5 гривен монетой и как на них заработать. Мне написал подписчик Иван. Кстати, тебе огромный привет. Он написал, что при распаковке 10 роллов монет номиналом 5 гривен ему попались бракованные монеты. И он прислал мне их на обзор, и мы договорились, что я выставлю их на аукцион. Что же это за монеты и сколько они стоят? Как вы уже знаете, я показывал брак монеты 5 гривен с поворотом 180 градусов. Он стоил $50. А в этих монетах тоже заводской брак. В одной монете точка над буквой Е не видна. Думаю, это недочекан, так как под определенным углом вторую все же можно увидеть. Продаж таких монет на аукционе я не встречал. И непонятно, как оценить эту монету, поэтому было интересно посмотреть, сколько она наберет. А вот на второй монете брак чеканки, скорее всего, это засорение пуансона. Причем, да, ну, довольно большое. Подобные монеты я уже видел на аукционе. Я регулярно просматриваю лоты и слежу за лотами некоторых отдельных продавцов. Ссылку, кстати, на аукцион я оставлю в описании. Мы видим, что одна монета набрала не так и много по стоимости, а вторая не достигла резервной цены. Ну, на свой лот из двух монет я, конечно, заказал рекламу, чтобы как можно больше людей увидело этот лот в блоке рекомендаций и в рассылке. Кстати, как настроить рекламу на Виолете, я сделал отдельный ролик вот на втором канале. Вот ссылочку сейчас вы видите в рекомендации. Я эти монеты оценил, ну, приблизительно по 400 гривен и поставил резервную цену. Но, как мы видим, данный лот не набрал 800 гривен. Но все-таки спрос был и есть те коллекционеры, которым эти монеты интересны. Так что, ребята, просматривайте свои монеты, которые получаете на сдачу. Такой брак может быть на всех новых монетах. И на 1 гривне, и на 2, и на 5 гривнах монетой. Так что просматривайте и выставляйте их на продажу. Спасибо, что заглянули на это видео. Всем теплый привет от меня и от Штемпеля. До новых встреч, всем пока!